Первый гол турнира. Юного бомбардира команды Виталия Дымова переполняют эмоции. Мальчишки уверяют, футбол для них – главное увлечение, стимул к развитию. Уж точно больше, чем игра. Спортом занимаешься, отрабатываешь некоторые действия, скорость развиваешь в себе. Старт дан. Со спортивным азартом и по-соседски дружно. Вновь на поле лето с футбольным мячом. Областной турнир среди дворовых команд, который традиционно проводит партия «Единая Россия». Лето с футбольным мячом – прекрасная спортивная традиция, которая с каждым годом привлекает в свои ряды все больше участников. 6 лет назад турнир стартовал именно на этом поле в железнодорожном районе. Тогда спортсменов было чуть больше 100. В этом году на площадке, во дворах и при школах выйдут больше 30 тысяч юных футболистов. Футбол играют настоящие мужчины. И девчонки тоже. Команды прекрасного пола также сразятся в футбольных баталиях. Здоровый образ жизни и спорт для этих ребят становится смыслом летней жизни. Целыми днями гоняют мяч на футбольных площадках, делятся секретами тренировок начинающие спортсмены. К тому же сегодня у них есть где оттачивать мастерство с комфортом и в безопасности. Когда мы начинали этот турнир, это была единственная фактически площадка с искусственным покрытием в железнодорожном районе, да и не только в железнодорожном районе. Вот прошло уже там более 5 лет, и вот такие спортивные площадки появились у нас везде в городе, во многих школах. И чем больше их появляется, тем больше возможностей для занятий спортом. Летом с футбольным мячом все серьезно. 2 отборочных этапа среди дворовых детских команд. Соревнования в группах и финал 28 августа. Победители первого матча команды «Виктория-121» уверены, поднимутся на пьедестал. Выиграть, победить и занять первое место. И забрать эти маечки. И получить некоторые кубки. Домой без медали не вернемся. Впрочем, эти ребята со спортивной закалкой задачи ставят и более амбициозные – играть в крыльях советов и защищать честь своей страны на мировых первенствах. Конечно, когда подрастут. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.